Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, наши марафонцы! Вот уже пошла вторая неделя марафона Fat to Fit, и я думаю, что нам пора с вами познакомиться. Меня зовут Ольга Комарова, я куратор данной группы. И сегодня, 15 сентября, у нас в Калининграде была замечательная погода, плюс 26, вот сейчас 8 вечера, и мы находимся на берегу Балтийского моря в городе Светлогорске, и достаточно еще тепло. Я надеюсь, что вы уже все отрегулировали свои рабочие планы, ежедневные занятия и обязательно включили туда просмотр наших спикеров. И не только просмотр, а и взяли уже себе в действие, стали делать определенные какие-то действия. Допустим, вы привели норму воды ваши, стали менять свое питание, какие-то физические упражнения стали делать и уже получили результат. Как куратор данной группы, моя задача максимально быть вам полезной на период марафона и после. Кроме этого, у меня есть свои собственные задачи, потому что, несмотря на то, что я уже более 12 лет в компании Coral Club, знаю систему очищения, питания, но я постоянно занимаюсь еще своим телом. И в данном марафоне мне очень понравился именно блок физических упражнений. Вот в этом у меня всегда были проблемы. Задача моя, конечно, еще скинуть 3-4 килограмма и, естественно, подкачать свое тело. У меня к вам предложение. Вы, пожалуйста, я надеюсь, что вы тоже представите свою визитку. Вы можете выставить фотографии своего города, вы можете себя записать, вы можете просто написать, откуда вы, с какого города, и какие у вас цели на этом марафоне, или что вы уже стали применять из того, что вы узнали. Желаю всем вкусных тарелок, вкусных блюд, хорошей воды качественной, хорошего настроения от тех физических упражнений, которые вы будете с каждым днем все больше и больше применять, и они вам обязательно понравятся. Полюбите свое тело и, самое главное, действуйте. И несмотря на то, что у нас марафон будет идти всего лишь 6 недель, все эти знания, все те практические занятия, привычки, которые вы сможете выработать на протяжении этого периода, они вам пригодятся всю оставшуюся жизнь. И я знаю точно, что по такому питанию пойдете не только вы, но и вся ваша семья. Желаю вам всем успехов, будьте здоровы, счастливы и принимайте активное участие в марафоне.